Тогда погнали, повторяем за мной. Ай-яй-яй, I like to do it. Пошумите. Погнали! Три. Раз. Раз. Два. Три. Ближе, Елена Владимировна. Миша появился в жарком Краснодаре. Так. Приехал, заболел. И знакомство наше произошло через уколы антибиотика. То есть вы ему кололи? Да, весь свой отпуск. У нас очень близкое знакомство произошло. То есть он поражал с пневмонией. И он кричал: «Ирина Владимировна, колите!» «Колите!» кричал. «Колите!» «Плохо мне! Еще укол!» Да. Слушайте, ну интересное знакомство. Да. Настолько близко вы сразу познакомились. Да? Я поздравляю с рождением новой семьи. Хочу, чтобы ваша семья была крепкой, чтобы вы были здоровыми, счастливыми. Самое главное, друг друга всегда поддерживали. И научились прощать друг друга. Итак, дорогие друзья, минуточку внимания. Дорогие Михаил и Саша, сегодня вы вступили в брак, вы теперь муж и жена. Я хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни было поле. Вот знаете, говорят, жизнь прожить не поле перейти. Вот поле, засеянное зернами пшеницы. Пшеница – это, как вы знаете, символ достатка в доме. Чтобы, идя по этому полю, по широкой дороге, вам светило яркое-яркое солнце и было безоблачное небо, как символ мира в вашей дружной семье. Чтобы над этим полем щебетали птицы, жаворонки или еще какие-то другие. Может быть, овсянки, которые сейчас очень редкие. Может, еще какие-то. Птицы – как символ детей. И если вдруг кто-то из вас, идя по этому широкому полю, споткнется, другой подставил ему плечо или подал ему руку и сказал: «Не волнуйся, я рядом, я тебе помогу, мы дальше пойдем вместе». Но чтобы, если на этом поле встречались тропинки, которые бы уходили вправо или влево, вы никогда по ним не шли, потому что уход от широкой и ровной дороги вправо или влево всегда приводит к неприятным последствиям.
будьте счастливы и дружны между собой. Давайте поддержим аплодисментами самого счастливого, самого модного, самого брутального мужчину на нашей планете. Это наш жених Михаил. Встречайте его! Более лирическая музыка, потому что к нам выходит самая счастливая, самая красивая девушка на нашей планете. Это наша невеста Александра в сопровождении своего отца. Речь не готовил, надеялся ее прочувствовать, и сейчас прочувствовал. Глядя на то, какая ты красивая, как ты изящная, с отцом идешь, хочется верить, что вот эту красоту, вот все это изысканность твою, мы вместе с этими людьми, с их поддержкой, вниманием, заботой пронесем через всю жизнь, любя друг друга и оберегая друг друга. Спасибо тебе, что ты есть. Я тебя люблю, ты стал мне главным другом в жизни, и я обещаю тебе быть таким же другом, обещаю поощрять все твои начинания, любить тебя в любом состоянии, прощать многое. В общем, я тебя очень сильно люблю. Такие молодые, энергичные, веселые. Ну, душа радуется за вас. While I beg the Lord to let me sleep. Сегодня такой день, который только раз в жизни бывает. Самый замечательный день в вашей жизни. Наверное, он сравним с рождением. Ну, рождение мы не знаем, а этот день мы делаем сами. То есть вы его сделали. Что я вам могу сказать как отец? Я безумно рад. Все знают, кто вот в наш дом всегда. Можно заходить и выходить спокойно, и вопросов нету. Только добра я вам желаю, только добра. И деток, чтобы нам, мамой, немножко понянчить их. Мы же так хотим этого всего. Вот. А в жизни всякое бывает. Ну, главное, как мама сказала, только поставляйте друг другу плечо. Не надо сердиться особо. Ну, все бывает в этой жизни. Мишу знаю уже давно. Первый день знакомились до утра.
Саша ушла раньше. Сегодня такой приятный день, как бы в моей семье появился еще один родной человек. Ну, до этого непонятно, какой статус. Не знаешь, как. А это зять. Приехал, родной зять. Хотелось бы, чтобы у каждого из вас тоже появлялся новый человек, хороший зять. Новая дочка. И хотелось бы, чтобы пауза была. И пауза. Кончила и ж расскажу.
лес. Друзья хотят покушать, пойдем прячу лес. Сегодняшнего торжества я хотела бы вам преподнести такой символический подарок. Видите, это лодка. Лодка, в которой пока двое, но по всему видно, что они счастливы и любят друг друга. Миша, я хочу, чтобы твой семейный корабль, который, несомненно, будет гораздо больше, чем эта маленькая лодочка, чтобы он всегда находился в твоих крепких руках. Вот видишь, Миша, здесь два весла, и они в руках мужчины. Такая аналогия, как в пианино. Есть белые и темные ноты. И вы, как композитор, и любой композитор, когда играет музыку, он, чтобы сделать крутую композицию, он использует все ноты. Он использует и белые, и темные ноты. Вот. Я вам желаю, чтобы вы в своей жизни играли самую крутую композицию на белых и темных нотах. А как мы уже сказали, мамы являются хранительницами домашнего очага. Именно мамы знают, как сделать уют в доме, как сделать так, чтобы муж каждый день после работы спешил домой. И этой частичкой мудростью мамы сейчас поделятся с нашей молодой семьей и зажгут очаг в их доме. Мамы, одновременно зажигайте. Пожелал прекрасное пожелание из трех слов. И это пожелание я пронес, на самом деле, через все вот эти 5 лет, которые мы пока прожили вместе. Надеюсь, будем еще долго. Вот. Но оно прямо краеугольное вообще. Сегодня близкие были по духу, но, тем не менее, вот эти 3 слова я считаю вообще золотыми. Ты тогда сказал: уступайте друг другу. Поэтому я надеюсь, что и мужем он будет замечательным. Это просто незыблемо, так оно и будет. Поэтому спасибо родителям.